Благоустройство по-дивногорски. Очевидец снял на видео, как бобкэт сметает прямо в Енисей грязь с набережной. В комментариях к ролику его автор пишет, что вместе с пылью в воде оказалась и асфальтобетонная крошка. На кадрах видна мутная пленка на поверхности реки. Новостям Прима экологи пояснили, что грязь на тротуаре и строительные отходы имеют определенный класс опасности. И сбрасывать их в реку нельзя. Красноярские зеленые уже написали обращение в природоохранную прокуратуру. А вот подрядчик, который занимается благоустройством Дивногорской набережной, проблем в таком способе уборки не видит. Там получается просто бобкэт, это щетка под металл, под укладку асфальта, пыль. Мы всю площадь прометали, там где асфальт положили. На пыль-то все равно асфальт никак не ляжет.